Уважаемые коллеги, мы провели очередную, уже третью конференцию, посвященную заболеваниям пищевода различного характера. Было достаточно много гостей, порядка 100-120 человек. Также много народу нас смотрело в интернете. Затронули мы совершенно разные вопросы. Были как вопросы оперативной эндоскопии пищевода, бужирования пищевода, последствия образования, ахолазии кардии, дивертикулы Ценкера, что уже является визитной карточкой нашей конференции. Но кроме того, мы еще и обсудили вопросы гастроэнтерологического профиля. Обсуждались вопросы нарушения моторики пищевода. Была достаточно полноценная дискуссия по поводу эозинофильного эзофагита. И, как мне кажется, в теплой дискуссии прошла конференция, все остались очень довольны. Был прямой диалог между операционным залом, что очень ценно, потому что в другой ситуации, находясь, допустим, в интернете, где-то отдаленно, эти вопросы задать невозможно. Поэтому, как мне кажется, это и было одной из основных причин такой вот теплой нашей обстановки, что диалог непрерывно продолжался в течение всего дня. И отдельно бы хотелось сказать несколько слов о Ленинградском эндоскопическом обществе, объединенном обществе Ленинградской области и Санкт-Петербурга эндоскопистов. С настоящего времени, с декабря месяца, оно у нас проходит в Первом медицинском университете, в 44-м корпусе, на 6-м этаже, это аудитория номер 12, и мы всех приглашаем на наше очередное заседание, которое будет 19 декабря 2018 года в 6 часов вечера.